Короче, нам уже надоело выходить с машины. Мы решили уже с тачки, так, тачки посмотреть на ходу. Тут корпус, Эх, хорошо. Поехали дальше. Здесь отводки? Да, только отводки. Тут ни одной семьи нет. Это у вас тачок с какого года, вы говорите? С 80-го. Вы все время тут сколько уже лет на этом месте? Да. Ну, сюда мы на акацию привозим еще пару прицепов на акацию. А так тут делаем отводки для того, чтобы где-то поремонтировать, что-то сделать и так далее. Ну, сейчас откроем, посмотрим, какие здесь. Это отводки? Вот, крышу не закрыли нормально. Что это за отводки? Вот это отводочки. Ага. А делали на сколько рамок? Расплода или как делали отводки? Ты смотри сюда, это я мужчину не поставил, видишь? Это я тоже такое имею. Ты тоже смотри. Такой, да, я тоже такой пчеловод. Смотри, смотри, что там сделали. Ой, меня ужалило. Там есть расплод, пчела. Нет, как и с этой стороны, и с этой стороны. Нету повышения. Там печатный расплод. Уже, ну, уже все, да. Уже надо кормушку подкормить. Пускай так зимуют. Ну да, но надо кормушку. Ну скажите, как отводки делались? Как тут что появилось? Да, да. Смотри. А ну показывай, как есть. Капец, что показывает? Не, надо, как не есть. Поставили вообще. Надо руки бить. Ну нормально. Смотри, кто так делает? Нормально. И они будут зимовать. Вот, туда не лезть, будут зимовать. У меня такого нету. Да-да. Нет у меня такого. А, это Коля. Это мои. Это Коля. Коля, как ты делал оттуда? На одну рамку. Одну рамку расплода, да? А пчелы трусил дополнительно? Нет, только одну рамку расплода. И на ней пчела, и все. Да, и все. И давал маточник? Маточник сразу, и все. На выходе. Без кормовой, отбирал, да? Еще плодные матки, выводил матки, и вот сейчас это последнее уже оставил. А когда было сделано? Ну, после акации сразу. Не по месяцу не помнишь, да? Там, по май, не помню. Вот эти конец мая, наверное. Вот такую рамку распечатывать нормально. Где? Смотри, что тут сделали. Ну, тут брать ложкой и кушать. Ложкой, ну, прям с улья сразу. Надо было магазин поставить, смотри. Нет, тут надо ложкой сразу кушать. Видишь? О, сейчас. Не хватило места. Да, места не хватило. Пакетов не было больше. Фадеев виноват. Кто это виноват? Улей, матка, пчеловод. Фадеев виноват. Надо было прийти и поставить сверху корпуса. Это пчелы неправильные. Смотри, тут тоже висят. Смотри. Язык тоже. Да, язык уже там. Ну, такой мы рекламы еще не делали. Да. Тут у вас хорошее место, я смотрю, неплохо было бы для облета маток. Покажи батины, вот как увидишь. Вот, тут вот и они есть. Для облета. Мы вначале, когда начали заниматься маткой, именно это место. Это было как раз как облетник. Да, одна пасека тут. Ну, хорошее место. Оно тут, я смотрю, в ложбинке, и мне кажется, тут матки облеталось прямо на месте. Очень раньше хорошо. Считалось, облёт, что если 50% облёт, это хорошо. Угу. А тут облётается почти все 100%. Ну, значит, вот как раз и удачное место. Удачное, да, место. Не плодное, зеленое плодное. Ну, я уже спросил, Андрюх. Чё? Ну, что тут как раз. Что вы тут? Забрал, иди заснимешь у бати. Видишь разницу в пчеловодах? Да я не знаю, куда что снимать. А вот открывай, поснимай. Где? А вот это все батин. А, это батин, там мне неудобно. Мне неудобно. Открывай что? Да неудобно одной рукой. Сейчас открою. На, снимай. Сейчас увидишь разницу между пчеловодами. Вот. Ага, разница, я понял. Понял? Не, ну... Опыт сказывает. У бати опыт. Опыт не пропьешь. Опыт сказывается, это ясно дело. Смотри. Ага. А что за кормушки стоят? Это румынские, кстати. Румынские, да. Ага. Кстати, вы кормите пчел в зиму? Конечно. Сахарным сиропом, да? Да. Сами варите? Обязательно.
Ну, сами, конечно. Ну, не покупайте ничего. Нет. А можно такой быстрый вопрос? Как вы собираете пчел в зиму? Ну, там, корпус меда или забираете на одном корпусе, на двух? Значит, пчелы сами себе собирают гнездо, а мы не собираем. Все, я понял. В лежаках раньше занимались сборкой. Но пчелы, как знают, как построить себе гнездо на зиму, никто. Если мы смотрим, мало меда, подкормим. Угу. Ну, зимуйте, я так понял, вот в одном корпусе. Нет, мы вот там, это же от лодки, да, так да. Они будут зимовать. А вот есть семьи, да. Так мы те пустые, которые откачаем, мы ставим вниз, а семью вверх. А семью вверх. Да. И получается, да, я понял, и воздушная прослойка им. Да. А так эти так и зимуют от лодочки, да, да, на одном корпусе. Ага. Вообще было бы хорошо. Мы сейчас ее дадим. Думаю. Кого? Не давайте Фадееву ничего. Фадееву ничего не давайте. Смотреть. Кормушка очень четко собирается. Кстати, надо скопировать ее и пахнет. Ага. На Украине. Ну, попробую. Ну, это вырежут. Ну, дома по каждому есть. Да, это вырезать. Не, не бейте на Андрея. Нет, не бейте. Язык снизу. Да, она залепила. Она что, постоянно тут? А там дома есть вот, новые. Отводки, но ведь отводки, так сразу, да, кормушка ему, да, и сразу, да, так и... Да, места у вас есть хорошие. Ну, в принципе, они везде есть места такие. Но это место вообще замечательно. Да, это... столик, база отдыха, смотри, я там смотрю. Ветра нет со всех сторон, да, да, да. И против солнца. Защищенная и это. И просто замечательное место. И нам тут недалеко. Рождено. Вы сюда пешком. А, тут рядом, недалеко же, да? Ага. Тут. Так, у нас план на следующий год. Да я тут на, у вас не буду. Видишь, Ваня, не только у тебя план есть. Да. Что? Планируем в следующем году вот эту всю поляну заложить фадеевскими пакетами. Я это вырежу, сто пудов. Сто пудов. Ты вырезай, ты на следующий год приедешь, заснимешь уже. Так, ну давайте поговорим о это. А у вас 6 сестрички. Конечно. Где Света? Ну, вот, стесняется. Стесняется? Да, не, так а ты, ну, давайте, к ней, давай, ты у нее возьмешь. Коля, расскажи за Свету. У вас есть сестра, которая тоже, да, занимается... Да, самая старшая, тоже занимается пчелами. У нее тоже есть свое количество. Ну, стеснительная, просто капец. Если я стесняюсь, от камеры бегаю, то она вообще... Ну, после этого... Она, ну, насколько я понимаю, она наравне с вами. Наравне с вами работает. Да. Или даже фору вам дает. Она даже фору. Даже фору дает. Фору дает. Как папа, знаешь, папа говорит... Говорит, по выводу маток. Я тебе скажу, папа говорит, что она самая ответственная за вас всех. Да. Ага. Да, если мы можем бросить еще, поехать там на рыбалку, на охоту, туда-сюда, то она не, она работает. Она не оставит, если что надо сегодня сделать, ну, она сделает. Это же классно, вот смотри, ты приехал в Молдавию, да, переживаешь, тебе надо поехать в маточники это брать, не на кого. А мы всегда на нее спихаем. Только давай, 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 вот, бери маточник, иди расставь там. Ну что, Света ваша молодец, респект. Света, о, привет. Смотри, звонит, смотри. Света, мы звоним. Видишь? Вот, она же это увидит, да, теперь сама. Она с ними ответит. Приколись. Алло. Света, привет. Вы в прямом эфире в Ютубе. Мы вам привет как раз мы вам привет передаем с Украины. Так что смотрите YouTube канал Фабро. Все, даю Андрюху. Даю Андрюху. Алло. Все, Света легка на помине. Да. Ну, респект вам. О. Корпуса Лысонь. Вот это ульи все, да? Вот так у вас тут целый склад их. Оп. Оп, кормушка. Кормушка, да. Ну, кормушка серьезная, конечно. Днище, крыши. Весной мы шли, тут все было в улье Фадеева. Теперь идем в польские улья, Лысонь. Короче, пенопласт рулит. И тут. А это что такое, Андрей? Это донышки. А он здесь сними, смотри, как лысой взломался. Кого? Смотри, качество лысой. А, видишь, смотри, все корпуса. А чего, это уронили? Вот главное, интересно у них сделано. Вот сюда, видишь, твердое, как дерево. А тут уже все мягкое, пенопласт. Ну, сверху запеченное. И получается, смотри, дятел только один раз долбнул, видишь?
и сразу делает дыру дальше. Угу. Вот, так что Фадеев делает лучше, у него плотность одинаковая. А ты что, с рамками брал эти корпуса? Да, там были немножко рамок. Видишь, даже пластик не удержал. Да, да, да. О чем? И главное, это они, когда грузили, кинули рабочие просто. А, просто пол. Кинули. И даже не на цемент, а на землю разломался. Ну что, это ж пенопласт, суки. Как ни крути. И да, Фадеева лопаются, как ни крути. Конечно. Смотря, это пенопласт, тут надо, ну. А, кстати, начали мы перекрашивать их, видишь? Почему? И смотри, потрогай краску. Сними с этой, она не будет не выгорать, ничего. Ну, это... А тут лишь все равно по-другому все. Ну да. А эта краска уже все. Мы такой же красим, знаете, Фадеевский. Понятненько. Ну что, Дэн, ревизию сделали, поехали на второй этаж. Поехали дальше. А днище где, которые... Не, это кормушки. Кормушки, а вон все с той стороны новые. Вот. Снимал, да. Не, Фадеевских нету еще. А, Фадеевские есть только одна пока. Привезли образец. А-а-а. Нету Фадеевских кормушек. Это для бессотовых пакетов взять. Ящик для бессотовых пакетов. А, это вы где-то купили, да? Угу. Ну, ладно. Будем стряхать от пчелы. Леечку еще надо сделать. О, леечку надо сделать, Вань. Угу. Ваня, ну, тут другая. Да? Другая это. Крыши. Ваня как раз лейки делает. Поехали. Погнали. Ну что, позаглядаем. Пооткрывай. Я для себя нового ничего не увидел. Абсолютно. Все как развитие обычно. Как развитие. Даже чересчур развитие. Ну, я для себя сделал выводы, что если весной продать пакет с него, хвост поставить маточник, то они все-таки до осени, ну, чересчур, до осени. Ну, даже раньше, ну, еще раз делить. Вот, поэтому я решил продать пакет, а потом еще одну-две матки еще смотри, сделать. Зимой две матки, одну отбираешь весной, если надо. Если не надо, можешь оставить пока до развития. Убираешь перегородку, они очень быстро осваиваются. Ты видел, даже крайние рамки идут, да, с расплодом, да, печатно. Пришел клиент, 4 рамочки ему продал, пакет. У тебя, да, остается 2 плюс летная пчела. Маточник поставил, он через, да, месяц, да, там будет уже строить сам вообще. Что здесь? А то мы смотрим, выборочно хорошие. Ну, там есть, позабирай, вон вчера тоже клиент был, позабирал, купил пакет, смотри. Где? А, вот это, пустые? Это забраны. Берут с осени. Андрюха, ну скажи честный отзыв. Грызут пчелы? Так можем посмотреть, что? Не, ну, что мы посмотреть? У тебя Фадеев заплатил деньги, ты скажешь, что нет. Не грызут. А ты мне пока Фадеев не слышишь. Пока не грызут? Да, не грызут вообще. Нету, не видел нигде. Сколько отбирал. Ну, это надо открыть стенки. Нет, они грызут, потому что посмотри. У меня же больше 100 штук таких, то... Одно, что в этих, поднимает воском пленку. Да. Но я воска собираю зато с них. Наверное, больше со всей пасеки. Вот, видишь, был на 3 рамочках, как бы потихонечку. Уже так и заведу его. Сколько будет? На 4 оставлю. Видишь? Ну, вот даже смотри, гихоя, где грызет. Можем даже посмотреть это. Ну, я дно крашу. Дно тоже внутри красишь? Ну, дно, да. Ну, а я зачем? Крашу, да не знаю, просто крашу с пульверизатора оно. Да и все. Вот маточка, кстати. Видишь? Йо, давай клетку. И сняла метку. А? Сняла метку. Там мне метка не нужна. Давай. Не, ну была метка, видишь, сняли, только осталось краски. Так. Он, кстати, расплодит, смотри, какой хороший. А, ну да, я загляну. Да можем и поднять ее на солнце. Что видно, мы просто метку не взяли. Да так. Да, все. А смотри, другая. О, да, там еще лучший расплод. Зимовать будут? Будут. Вот скажи, честно. Это, бак вас много съест корма? Вот. Нет. Весной съест. Ну, знаешь, все такие, ой, машина бак вас сожрала, мед. Да, ну говорят, все. Что она просто много, слышь, меда вот есть. Она сжирает мед, я согласен. Ну, ходит, смотри, кстати, от стенки то же самое. Да я знаю, смотри. Но она мед съедает и делает вот такой расплод. Что мне еще нужно? Не надо, чтобы она ела, а что мне толку с медом? Еще дед мой говорил так, где есть мед,
там будут пчелы. Где будут пчелы, там будет мед. Мы, да? Наша конечная цель что? Мед иметь. Пчелы делают мед, мед делает пчел. Так есть. Ну нормально, все красиво, расплодик и все, там пчела еще будет, сколько выйдет, пчелы добавится. Так, а ну твои действия по этому в зиму. Вот мы сейчас зима пришла. Просто поставлю сейчас кормушку, закормлю, обработаю. А сколько литров даешь? Дашь сюда? Ну я планирую не больше 5 литров. Не больше 5 литров. Да, я думаю, что хватит. И вот так 4 рамки оставляешь. Так я ставлю, все. Мне самое главное матка. Я не ставлю цели там большое, чтобы перезимовала матка. Я понял. Твоя задача перезимовать матки. Ну все нормально, все. Это, ну я боюсь так оставлять. Я на камешки ложу. Не, я увезу их отсюда. Тут сквозняк, вот смотри, северная сторона, ага. Оттуда идет. Сквозняк. И мы все увезем. Мы уже, там, где убираем. Только что мы были. Да, да, да. Увезем туда и как бы. Ну ты знаешь, вот тут сквозняк. Есть хоть один, где очень мало рамок. Знаю, сейчас будем искать. Хоть вот. На 3 рамки. Не, я хотел вот такого. Смеялся с Колей, с хозяина. Тихо, пока он не видит, смотри. Засними, а то да, сейчас. Да, он, да, да, видишь? Да. Коля, Коля! Тихо, тихо, тихо. Не надо. Иди, он смеялся с тебя. Сейчас будет. Что, хозяин? Ну вот, получилась осечка. Да, да, язычок. Это вощину ты кидал, да? Да, да. Да. Так, две вощины. И раньше она просто... Да, две вощины кистовые. Вот он. Ну, там раньше оторвалось, упало. Там раньше упало. Тоже оторвало, да. Еще. Ну, так давайте. Не успевается, да. Все, если. Да, ну да, да, уже правда, тебе еще не успевало. Нет, уже, да, короче, я так понял. А сколько мало, ты говоришь? Ну, 2 рамки, 3. Нету ни одного, можешь не искать. Все, я понял. Слабышка хочу найти. Нету слабышка. А нет, я где слабышки повытаскивал, перегородки, объединил, выпустил. Это смысл, так, какой слабышки зародить. Короче, фигня, ну, это Фадеевский улей. Туда. Пошли. Посмотрим по племени. А вот это, вот эта 300-я тут стоит? Да, там. Вот тут 300-я, да? Я не знаю, там тоже есть, это нет. Да, там зверь. Там семья. Вот честно сказать. Честно сказать, я и забыл, что у меня тут 300-я есть. Даже не знал, что. А что это за улей тут? Наверное, соседи принесли. Да, когда много пчел, такое бывает. Надо проверить. Так, ну пошли, я посмотрим. Всем плохо. Поставил и забыл. Не смотрел даже, не знаю, что там творится. Видишь, что они понаделывали, понастраивали. Все. Сюда? Идем за папой. Привет, собачка. Ну, игрушки. Мы были эти, белый пенопласт. Мы... Черешни тогда были, да? Ну, вишни. Зацветали, зависть. Нуклеусы, которые уже не нуклеусы, да? А, уже подставки для улья. Апидея. Лысонь появились. Вот это, да? Даже мед в них есть, прикинь. Есть там? Ну, там есть. Вот, открыл. Иди поснимай магазинчик. Смотри, Вань, подстроили оба и принесли. 2 магазина встроены. Красиво. Смотри, крайнюю достаю. Не центральную, а крайнюю. Они, главное, что они и отстроили. Она красиво. Немножко шире, чем. Ну, длиннее, не шире. Да. Вот это мы не знали, как бы. Думали, они 145, они оказались не 145. А, вот это, да, да, да. По высоте. Вот. А ну, ветер. Нормальненько. А что не знать, по весу сколько они имеют, что ли? Короче, Бакфаст — это мощь семьи, я так понял. Да, там если залезть в семью, то очень сейчас красиво. И по, да, расплоду. Расплод. А вон, кстати, от Фадеева, где он там, не видишь? Где? Тут его матки, видишь? Вот тут афадеевские, да, матки. Да. С Германии? С 3 рамок. Не, где? Ну это... А от кого матки с Германии? А я что знаю, если смотрел те бумаги, я не смотрю. Просто, ну, он я привез, а... Я беру нормальные... Не, ну хоть знать, от кого материал. Сейчас спросим у него. Пчелы хоть рыжие? Ну, с 2 тергитами.
Где Фадеев пропал? А он где-то что-то где шпионит. Он же шпион. Я же говорю, шпион. Вон он. Засними мужчинку. Четко? А вот и матка, кстати. Засеть. Да, вот. Жить. Видишь? Бакфастик. Смотри, матка, видишь? Угу. Вот он. Раз. Что такое? Это же мало маток. Мало маток. Мне. Смотри дальше. Мало. Ну, держи. Не то слово. Поставили им магазин. Да. Засеяно все. С пешняком и 300-й. Сейчас Фадеев посмотрит, ему понравится, скажет, отдай обратно. А у меня же есть такие 12 штук. Видишь? Да не, я, короче, предлагаю то, что подожди. Все связано с Фадеевым, не показывать. Так? Так что, уходим от этого? Нечего показывать. Нечего смотреть тогда, да? Не, нормально. Ну, видишь, как, зайду в зиму. От кого материал, Денис? Секрет. Не, ну серьезно, от кого? Секрет. Что-то вы секретничаете опять. Там Андрюха еще... не говорит, а говорит, я бумажек не видел, где-то выкинул. Ты говоришь секрет. Он дал этот новую линию нам на испытание. Называется. Да. Поэтому мы не сдадим все. Я понял. Варианты. Смотри, кстати, пакет. Ты даже помню, ты без сотовой делал, так да? Я... Просто отпустил пчелу. Да. Один магазин уже уехал на Польшу. Сейчас от нас поехали на выставку туда. Я отобрал магазин и отдал. Ну еще раз расскажу. Соты. Пропустил, видишь? Там, интересно. Рута один, да. Видишь? Угу. Семья. Два магазина меда. И все ващинка. Отстроили. Да, это я буквально недавно говорил об этом. Видишь? Что можно поставить магазины. Слушай, а что так они языки лепят вверх? Тут же... Под пленкой всегда. Так, она уже имеет, вот она. Поэтому понятно. Они лепят, поднимают. Есть пространство. Угу. Видишь? Подглаздывал? А, кстати, вот, смотри. Вот. Это варотолерантная. DCH? Да. Эхно, смотри по прополису. Видишь? Лепит. Все-таки август уже. В зиму собирается пчелки. Да, да. Так, приклей и гнездо покажи. Не, ну, все, мы выводы сделали, я понял. Что? Просто сделали выводы. Ну что, поднимать смысл. То же самое, тоже расплод хороший, тоже все. То же самое, бак просто. Запах мяда такой пошел. Фадеев стучал там, видел на видео. Пчелы уходили, видишь? Фадеев постучал, теперь все стучат. Я стучу, на меня бегут. Это у меня лучше получается, да? Просто ты стучишь по-настоящему, а Фадеев стучал, ну, штучно. Он вроде бы стучал, а я налаживал звук. Тук-тук-тук, типа, ну. Это был монтаж. Так, ну что, пошли выбирать АПД, потому что у нас заканчивается пленка. Давай. Мэтр выйдет, побачьте тут. Пошли, Апидея, покажешь нам какую-нибудь на камеру. И... Апидея, все, заканчивается Апидея. Ну, где-то, я понимаю, что сезон заканчивается. Давай хоть одну... Я отбираю матки, пчел вытряхиваю уже. И они разлетаются по этим, да? Это уже тут что осталось, это маточники разложил. Вот не знаю, что здесь была неплодная, не знаю, сейчас посмотрим. А, тут неплодка была? Да, была неплодка. Если нету никакой метки, значит, была неплодка. Засева нету, значит, походу, еще неплодка и есть. Ага. Ну, плодных когда, Коля, отобрали последних плодных? Позавчера. А, позавчера? А, так все, закрываем. Сейчас. Найдем матку. А тоже строят в кормушечке, да, любят. Да, сейчас вот меня тоже позастраивали внуках. Зато я это не люблю, вот матка. Где? Где? Вот. Все увидел, вон она бегает. Ну она и так уже такая, ну. Ну может, не срок, на следующей неделе где-то и понедельник, вторник. Ну, посмотреть по
Понятненько. И она вряд ли будет плодной, потому что мы это брали. А, ну я понял, плодки отобраны. Плодки в пакете. Что, я опять приехал третий раз в Молдову зря? Почему зря? Ну тебе пакет дадим Фадеева. Весной я пакет Фадеева, да не, мне он не нужен. У меня на пасеке уже эти фадеевские ульи, они меня достали. Хочется что-то нового. Я хоть АПД привезти. Ну, верни. Сейчас мы найдем тебе АПД. Тебе какой цвет нравится? Ты скажи, мы будем искать. Мне без разницы. Вот маточники разложили. Ага. И ставим метки. Нам так проще, быстрее. Ну да. Вот зеленая, тут 100 пудов есть. Тут зеленая, тут отобранная. А, это отобранная означает. Вот поставили? Да, вот маточники уже расставили. Ага. А здесь не получилось. Это, кстати, уже фадеевские матки. А, фадеевских не надо. Фадеевских маток у меня пол пасеки. А что надо? Я хотел молдовские, и молдавские. Хотел это... Молдавские сейчас поедем, отберем тебе молдавских. У соседа там должен быть. От Андрея хотел. Бакфаст от Андрея. А ну получается. Да, хватит уже улья показывать. А мы пчел показываем. Не улья. Ну, понятно. Все. Вот эти груши пробуйте. А кстати, этот поставил один 140 этот, ну 300. Поставил через перегородку. А тут что, наверное, уже и не помещается. Мы там уже смотрели. Повылезали. Ну нормально. Вот смотри. Видишь? На 300-ую рамочку. И хочу так его ставить зимовать. То будет, куда он денется. Будет все нормально, говоришь? Видишь? Давай, Андрюха, показывай, и у меня кончается пленочка. Выключай, чтобы нам еще хватило на ту пасеку. Хватит. Ну тут расплодика поменьше. Ну, эту центральную я поставил вот сейчас крайне. Я сдвинул ее, чтобы они не забивали ее медом, и поставил ее в центр. А расплод вот он, смотри, видишь. Эта рамка была от стенки. Угу. Вот она матка, кстати, видишь? Угу. Это дочки от тех? Нет, это... Это дочки от этих. Тех других. А, кстати, вон, смотри, сгрызли, видишь? Всю стенку сгрызли, пчелы грызут и скала грызут. Я вообще, вот смотри, они этот, как будто прополисом обрабатывают. Да, и вообще там получается гладко, идеально, классно. Фадеев не слышал? Ежевика стрекает красиво. Зеленые клеточки. Сейчас там клеточки не кушают там внутри. Ну все, Андрюха, я выключаю. Ты выключаешь, чтобы хватило еще на ту камеру, этот, на ту пасеку. Поедем сейчас. Поедем. Кстати, дальше. Кстати, вот здесь рядышком, открой, это F1 Канада. Вот увидишь разницу, совсем другая. По прополису, видишь, бомбит чуть по-другому. И по пчеле, она совсем по-другому. Она прополисует прямо сверху. Да, да. И пчела тоже отличается, другая немножко. Видишь? Канада. Бакфаст Канады, да? Почему имеем все? Все твари по паре имеем. Понятненько. Ну, добренько. Вырубаю. Да, пошли.